Убийство Равшана Ленкоранского, также известного как Равшан Джаниев, произошло в ночь с 17 на 18 августа 2016 года в центре Стамбула. Равшан Ленкоранский был известным вором в законе, прославившимся в мире преступности как овощной король России. Его криминальная биография была богата на события, включая участие в рэкете, крышевании и стычках с другими криминальными авторитетами. В далеко идущие планы Ленкоранского входил контроль над базой на Софийской улице в Санкт-Петербурге, что привело к конфликту с другим авторитетом по кличке Латугули. Убийство Равшана Ленкоранского было связано с конфликтом между ворами в законе. По данным следствия, за убийство Ленкоранского мог быть причастен Гули, лидер криминального сообщества Азербайджана. Несмотря на мягкий приговор после одной из расправ, Ленкоранский продолжал активную криминальную деятельность, контролируя большую часть нелегальных финансовых потоков с российских рынков зелени.